Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Карп – рыба одна из самых отзывчивых на изменения погоды. Как только сложится пару неблагоприятных погодных условий, карп тут же перестает брать. К основным факторам, влияющих на клев, относятся атмосферное давление, сила и направление ветра, осадки, освещенность, наличие или отсутствие тумана, температура воздуха и воды, уровень воды и время суток. Их все надо учитывать в комплексе, ведь это позволит выбрать лучшие дни для рыбалки. Поначалу это может показаться довольно трудным делом, но на самом деле ничего сверхсложного здесь нет. Также много зависит от направления ветра. Так, в жаркую погоду на клеве может положительно сказываться прохладный ветер. Он приносит с собой небольшое похолодание, и в результате карп и сазан активизируются. Также важно помнить, что для каждого региона, как правило, есть свои клевные и бесклевные направления ветра. В большинстве случаев положительно влияют на активность карпа южный и юго-западный ветер, а отрицательно северный и северо-восточный. Положительно влияет на клев небольшой ветер скоростью 7 метров в секунду или меньше. Шквальные и порывистые ветра скоростью 15-20 метров в секунду и больше сопровождают ненастье и резкие переломы в погоде. В таких условиях активность карпа и сазана снижается. Летом небольшие, непродолжительные дожди, которые бывают при облачной и пасмурной погоде, скорее положительно влияют на клев этой рыбы. Также в жаркую погоду случаются короткие ливни. При таких недолгих сильных дождях сразу перед ними и после них карп и сазан активизируются. Ливень приносит с собой прохладу, обогащает воду кислородом, и к тому же он несет в водоем довольно много корма. В результате рыба оживляется. Также летом наличие умеренного тумана утром способствует хорошему клеву. Соответственно, на утренних зорях без тумана или сильным туманом карп берет хуже. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!